Всем привет! Мы возле старшей школы еле нашли место, где припарковаться. Еще плюс на дороге ремонт, объезд. В общем, опоздали на 20 минут. Тут София, у нее соревнования у Сони здесь. Пытаемся ее найти. Я думаю, что вот тут где-то. Сейчас найдем, что там, что это, глаза? Да. Я брала глаз. Еще где-то папа нас ищет, бегает там. А что здесь надо, как заходить? Сейчас узнаем. Сейчас документы показывают какие-то или что, что? Не ясно. Спортсмен. Сейчас вместо Сони побежит. Не знаю, тут или не тут, давай узнавать. В общем, мы случайно чуть не прошли на бесплатно. По-нашему. По-нашему. А, с ребенком три... Бесплатно. А, ребенок бесплатно? Всем школьникам бесплатно, а взрослым 5 долларов. Вот, в общем, заплатили 10 долларов. Я надеюсь, что мы тут, где надо. Ищем Софию. Сейчас найдем, потом вам все покажем. Так, мы шорты. Нашли палатку. Шорты, нашу палатку нашли. У них бежевый верх. Соня не вижу. Соня где-то, наверное, уже носится, участвует. Сейчас будем искать Соню. Мы нашли Софию, но она еще не знает, что мы здесь. Она нас не видит. Ну все! Сейчас расплачется. Все, расплакалась. Ну ты че? Не что? Бедная, на ветру на таком. Так, в общем, мы нашли Софию, вон она, наплакались. Значит, теперь покажем, как здесь все. Как здесь все устроено. Ага. Трибуны. Можно пойти на трибуну. Может, пойдем теперь на трибуну, чтобы видеть, как Соня бежит? Пойдем, когда начнем. Пойдем вон там наверху, можно посидеть. Пойдемте. Вон туда пойдем. Ну, постоим там, можем не сидеть, можем постоять. Вон ее тренер. Тоня, Соня рассказывает, как она расплакалась. Тренер в шапочке. А, это что, мистер... Мистер... Коуч Би? Мистер. У меня физкультуру везет. Он это знает, да? У меня Софиечек вызвал. Тебя София? Ты или сказала мистер, я сразу вспомнила из КВН. Теперь я вашего брата называю мистер Вау! Я вас увидела, я думаю, все, нельзя практи, и потом отвернулась, и все, и как раз. Ну, это было видно по твоим глазам, что ты сейчас разревешься. Я думаю, все, сейчас разревется Соня, разревусь я. В итоге стоим вдвоем, рыдаем. Сегодня я не делаю шапку, я делаю, ну, ядро я не делаю сегодня, я делаю ядро в четверг. Сегодня я делаю hurdles. По-русски. Бег с препятствиями и triple jump. Тройной прыжок, скажем. Все, мы пойдем на трибуну сейчас. А сколько бег с препятствиями ты бежишь? 75? 75 метров. Ага, хорошо. Так, все, построили. Мы пошли на трибуну, да, так. Пойдем. Я не построилась, потому что я в третьем ряду. В третьем забеге, как бы, да? Да. Хорошо. Мы пошли на трибуну. Давай, зайка. Удачи, моя хорошая. С Богом. Пойдем. Идем на трибуну. Ветер. Холодный ветер. Все одеты, вон как. Тепло, в общем, все одеты. Дети на ветру, там холодно. Голые. Соня бежит в третьем забеге. Дима с Элей пошли в поисках реструма. Other field events, as you prepare for the next flight, please let me know. We're gonna cheer, right? Are you gonna cheer? Соня не видит меня, наверное. She's running. Покажу Соню. Она бежит в третьем забеге. Вон она. С
София. То мы приехали в старшую школу, но не в ту, в которой Соня будет учиться, а в другую. Поле для американского футбола. Трибуны. Кто еще не выступал, сидят, греются. Так, София, наша девочка бежит по первой дорожке. Ой, мне так сердце колотится, как будто это я сейчас буду бежать. С Богом, моя ласточка. Моя, ни одной не опрокинула, молодчина моя. А так, умничка, умничка. Соня пошла на прыжки. А как нам дойти до Сони туда? Сейчас будем думать. Мы успели, добежали. София будет прыгать сейчас. Такой тройной прыжок. Да, я тоже так думаю. Правда, чуть вперед. Умничка моя. Или висит. Сколько попыток, зая? Это тренировка пока? Первая тренировка, а потом три сразу катаюсь. Я, блин, скрученула. А, заступила? Не заступила даже, я на линии до сих пор. Соскользнула? А, Эля, пожалуйста, заяц, не пыли, моя хорошая. У меня уши так надуло, ужас, я в шоке. Я прыгаю уже. Ой, что там? Уже не могу надевать. Люди же нет формы, когда я делаю эти, потому что школа не будет ходить. Ну, какая школа? А, ну только надо было байку одевать, а потом снимать. Давай. София. Да мы ушли вон оттуда. Теперь сюда. С Богом, любим. Опять заступила немножко. Ничего. Все хорошо. Все получится. Ну, это ж Америка.
Ну, зациклилась она просто на этом заступе. Сейчас третий. Да. Третий получится. Тебя уже назвали, что ли? Все получится, все получится. Эля, что не говори. Ну, можешь ничего не говорить. Следующие две пришли, да? Все или еще один? Нет, все. Все? Что теперь? Что теперь? Расписаться надо? Нет. Скорее всего, я не знаю, что сейчас просто. Ну, нам туда же пойдем мы туда. Подойдем. Не к трибуне, а к твоей палатке, да? Да? Ну хорошо, дай поцелуй. Дима с его плечами, фигурой, еще в этом капюшоне, он как пловец. Ну правда ж. Смешной такой. Палаточки. High Plains School. Wolf Rack. Ой, Wolfpack. Это наша Raptors Riverview. Орел. У Сони будет горный лев в High School. Ну, пума, так сказать. Дима пошел расписаться надо. Что мы Соню забираем. Что ты говоришь? Да, да, с лапкой волка. А, то есть мы можем расписаться? Или нужно, чтобы тренер видел? Бусь. Так, мы расписываемся за то, что забрали ребенка. Уже не могу на нее смотреть. Вот все сразу приходят с пледом. Вот Соня в прошлый раз... Что это у него? Стоп, фанстайл. Уже трибуна кричит. Хорош, хорош, не бегите, не бегите. Все, готово? Может, майку оденешь? Да, пожалуйста, одень. Ладно, пойдемте. Сонька, ну может, оденешь? Сонь, поздоровайся, скажи спасибо за то, что болели за тебя. Все, привет, спасибо за то, что болели за меня. Да, в четверг еще сюда придем, и я буду делать еще один ивент. Будешь еще... метание ядра будет у тебя, да? Ты молодец. Ты молодец. Да все хорошо. Куда пробежимся? У Сони сил нет. Говорит, давай пробежимся. Все, идем к машинам. Что там ты говоришь про результаты? Значит, объявят результаты в пятницу, так как у нас еще в четверг будет... метание ядра? Ну, еще одно митинг. А, еще одна. Одни соревнования? Встреча еще одна, ага. Да. И тогда в пятницу на сайте объявят наши результаты по всем ивентам. Ага. Да, отлично. Вот хорошо. Парканулась. Говорит, зая парканулась. Я говорю, нормально. Передо мной просто машина стояла, я не могла влезть. Нормально. Нормально. Всем привет. Всем привет. Эля. 5 мая, четверг. Собираемся в цирк, но перед этим заедем сначала к Соне на соревнования, поболеем за Соню, заберем Соню и затем едем в цирк. Все. Поехали. А у нас тут вот. Вот такой вот. Вот такой ребенок. Ему причем удобно, он засыпает в такой позе. У нас тут, не обращайте внимания, не успела сегодня да убирать. Леонорка. Так, папа там настраивает машину. Эля, воду не забыть. Соня отправилась на соревнования, забыла бутылку с водой в школе. Бедняга. Сейчас поедем к ней. Времени у нас 16:10. Отлично, прекрасно успеваем. В 16:30 начинается соревнование. В 18:00 открываются, так сказать, двери цирка. Да, Филя? А в 19:00 начинается соревнование.
И, ой, они очень-очень на эти перья. Эля, зря. А это еще Филя не видел. Нет, Филя вообще не на герой. Я ему аж вот так вот сделал. Что-то он услышал. Вот, значит, а представление само начинается в 19:00 и длится 1,5 часа, до 20:30. А первый час там можно пофотографироваться. В общем, вот, едем мы в цирк Шатер. Все, поехали. Обувайся, зайка. Ух ты, мы припарковались возле такого интересного дома. Здесь столько всего необычного. Это прям даже сказочно, да? Слушай, тут очень много лягушек, кстати, действительно. Ничего не вижу, что снимаю. Жарко у нас уже. Здорово. Класс. Так, ну что, начинаем. Поиск Софии номер 2. Ищем. Привет, Соня, мы нашли Соню. Соня, привет. 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 Так, мы тогда пошли туда? Да. Понятно. Хорошо, так, вот здесь вот будет, да. Здесь они будут метать ядра. Ядра чистые изумруды. Да. Наши заснеженные горы, вершины гор. Красота, красота. Метнешь ядро? Могу. Могу? Покажите, как. Если это те, которые я думаю, то это хорошо. Это серьезная дама. Ну да. Я бы там не стояла. Вдруг рука сорвется в другую сторону, и тебе в лоб прилетит. Это такое ядро? Собрались. Ну да. Все, Соня сегодня такое метание ядра. Давай. Так, кто у нас сегодня? Снова те же волки. Это бизоны. Да? Да, бизоны. Планета, бизоны. По-моему. Что там синенькое нарисовано? Подними, понимаешь? Не вижу. Не видишь? Не вижу, но подними на птицу меня. Похоже. А, вот там... На птицу похоже, да? Да, подними. Потом какой-то такой коричневый, да? Ага. Беж. Без названия. Без названия. Вот наш орел.
И вон синие драконы еще. А, еще синие драконы. Сейчас где-то тут синие драконы. Вот синие драконы. Американский флаг. Все как полагается. Вообще вот так. Погода потрясающая. Настроение замечательное. Машины школьников. Да. Это же старшая школа, естественно, и поэтому как можно понять, старшая школа или средняя? По количеству парковочных мест, да. Соня дошла, да, вон она зашла в палатку. Соня наконец-то заправилась водичкой. С тренером, да, бедняга, высосала сразу, просто так, пол-литра в себя. Я рюкзак-то не потеряла? Я присмотрю, хорошо. Просто говори, как сказала бы. Бросила тут рюкзачок. Ну, возьми. Давай мне на плечо повешу, а то что-то весь занят. Соня пошла. Ой, Эль, как Соня пошла. Обнимашка надо. Сестринская поддержка. Ну, разговаривают там, общаются. Мелкие тоже стоят. Так шестой класс. А, точно. Ростом с Эля. Ну да, с шестого по участвуют в соревнованиях, да, по восьмой. Идут девчонки наши. Так, значит, мы недавно рост измеряли в девчонок. У Сони 162,5, у Леоноры 145. Эле 10 лет, Соне 14. Меня не пустили к 8, потому что это... Опасно? Нет, не опасно. Это последнее, как бы. То есть не мне дали... Еще, да. Покажи, мне дали легче. Покажи. Сколько она? 5 килограмм. 4,9. Нормально. Я что-то как-то взял, бросил. С ума сойти. Так, из-за того, что мы спешим. Осторожно, Соня. Из-за того, что мы спешим в цирк, Соне придется делать 3 броска один за одним. Один тренировочный, потом 3 зачетных. Да, да, 3 зачетных. Просто их 4 человека, и каждый по одному делает. А Соня можно говорит, у нас времени нет. Там у нас 20. Нет, сейчас, сейчас каждый в волне. В волне 20 человек. В каждой волне, которая... Вот он, да. То есть это один бросил один раз. И ждут все. Все ждет, пока 19 по одному разу брос. Да. Так тут вообще можно до 9 вечера просидеть? Да. А, не, поэтому давай сразу. А какой по счету ты бросаешь? Первый. Второй? Ну, я же попросила, чтобы мы быстро уехали. Отлично. Умница. Ну, с Богом, малыш. Удачи тебе. Спасибо. Ну, это наша гимнастка. Все, может. От, молодец. Хорош. Опа. Молодец. Хочешь увидеть, как я бросаю? Только без меня. Нет, без еда не будет. Пробные броски. По одному, да? Угу. Хорошо они. Такую штуку тяжелую, это действительно. Нормально, все хорошо. Я вижу, вот увидела. Решил тоже посмотреть. Могу его поймать. О, вот красавец. Попытки закончились. Начались броски. Первый бросок. О, молодец.
хорошая. Good job. Чуть дальше, по-моему, да? Это вот тренер, беременная вот девушка идет, София. Физрук по нашему. Молодец. Все. София. А потом сразу такая пауза у всех, когда фамилию читают. Он просто не знал. А потом, да, он просто не знал. А потом просто перечисляют следующих. Все, пошли. Пойдем, пойдем. Софию сразу накормили, не отходя от кассы, да? Спасибо. Кстати, пицца по $3 всего за слайс. За кусочек? Да. И работают старшеклассники. Я $3 оставил. Ты $3 оставил на чай? $3 Дима оставил на чай старшеклассникам. Вот здесь вот работают, здесь можно купить. Все, пойдем. Поехали в цирк теперь. Отдыхать. Они просто передо мной, их одноклассник стоял. И они ему там... Брайсон, Брайсон, мы принимаем чаевые. Ему дают сдачу. Брайсон, не уходи, ты не услышал? Мы принимаем чаевые. И тот вернулся, дал доллар. А ты... Сдачу им оставил, да? Да. $3, да? Отлично. Отлично.